Друзья, вы спрашивали, что такое слово «китур», что означает это слово? Это традиционное арабское слово, которое означает благовоние или аромат, который распространяют внутри дома для того, чтобы привлекать гостей. Бренд «Китура» был выделен в отдельное направление в строительной компании «МАК» после реализации проекта вместе с компанией «Делос», проекта первоклассного пятизвездочного резорта Ритц-Карлтон на берегу Крика. Это пятизвездочная, безупречная комьюнити-комплекс первоклассного сервиса, резидентские апартаменты под управлением ведущего бренда, бренда номер один Ритц-Карлтон. Компания MAC и Китура взяли лучшее из инноваций, которые они получили, работая с такими крупными брендами, как Ритц-Карлтон, и реализовали свой собственный проект, адаптировав их под текущий современный рынок и страну. Проект «Китура» также имеет свои уникальные особенности, в частности, образ жизни, который называется «Биоливинг». Что такое «Биоливинг»? «Биоливинг» — это история, которая пошла из так называемого биофильного дизайна. Это концепция, которая используется в строительной индустрии для расширения возможности подключения жильцов этого комьюнити, комплекса, дома к натуральной природе и единения их вместе. Подробнее про биофильный дизайн и про биоливинг вы можете почитать по ссылке, я ее закреплю к этому ролику. На мой взгляд, концепция и перспектива бренда Китура имеет огромный потенциал для инвесторов. На сегодняшний день двухспальная квартира в этом проекте начинается от 3 400 000 дирхам. И для сравнения, квартира также двухспальная в брендовой резиденции Ритц-Карлтон, которая сделана по схожей концепции. Тем же самым застройщиком двухспальная квартира в этом комплексе начинается от 13 миллионов дирхам. Если у вас есть вопросы по концепции BioLiving, бренду Китура, и у вас есть интерес к этому проекту, обращайтесь ко мне в личные сообщения, мои контакты будут указаны в описании к этому ролику.